Егор Борисов в Москве встретился с известным путешественником Федором Конюховым. Стороны обсудили новый уникальный проект – полет в стратосферу на воздушном шаре на высоту 25 километров и установление абсолютного рекорда высоты для теплового аэростата. Конюхов рассказал Борисову некоторые подробности подготовки. В качестве стартовой площадки для установления нового мирового рекорда он хотел бы избрать территорию Якутии, поскольку здешние природные условия оптимальны для успешного старта, подчеркнул Конюхов. Также ориентировочно определено время запуска – это август-сентябрь следующего года. Глава республики предложил путешественнику конкретные варианты места старта, и в дальнейшем эта информация будет положена в основу расчетов для членов экспедиции. Сам полет должен занять не более суток. Первый канал планирует показать его в прямом эфире. Мы, конечно, затраты...